Другим темам, Башкортостан планирует увеличить товарооборот с Ираном до 200 миллионов долларов. Об этом Ради Хабиров сообщил на встрече замминистра сельского хозяйства Исламской Республики Алирезой Пейман-Паком. Переговоры состоялись на Международном экономическом форуме в Казани. Форум называется «Россия – исламский мир». Представители дружественного государства подтвердили, что Иран заинтересован в поставках продовольствия из Башкортостана, в частности зерна, и готов к дальнейшим переговорам. Основа для увеличения экономических связей была заложена в ходе официального визита делегации региона в Тегеран в начале этого года. По итогам вот прошлой нашей поездки мы наметили ряд планов и дорожную карту в области промышленности, в области сельского хозяйства и в области гуманитарного культурного сотрудничества. Вновь подтверждаю объемы растительного масла, вновь подтверждаю зерновые культуры, вновь подтверждаю в случае необходимости и мясо. Представители Ирана пригласили на инвестиционный Сабантуй за Урале 2023, который стартует уже 26 мая в Сибае. Там могут быть закреплены предварительные договоренности между Уфой и Тегераном.